Дети города Видное свое лето проводят весело и с пользой. Для них каждый четверг в Центральном парке отдыха организуют увлекательное мероприятие «Читающая скамейка». Каждое посвящено отдельной тематике. Идея принадлежит сотрудникам Центральной библиотеки. В рамках «Читающей скамейки» дети уже успели поиграть в квиз, пройти квест, но самое главное, что каждое такое мероприятие подарит ребятам новые знания в области литературы. Иногда участники вместе читают. Сегодня, например, отвечали на вопросы по произведениям. Есть занятия на лето, чтобы не просто сидеть дома в телефоне, хотя бы просто выходить на улицу и играть. Хотя бы это плюсы есть, то, что вот такие вот мероприятия бывают. Мне здесь очень понравилось. Мы здесь поиграли в вышибалы, подгадывали загадки. Скажи, еще придешь? Да. Вообще в арсенале Центральной библиотеки много разнообразных летних мероприятий для детей и взрослых. Ознакомиться с их расписанием можно на сайте учреждения. Приходите. Помимо читающей скамейки, еще у нас по понедельникам проходят игры на воздухе. Мы тоже в такого же плана игры играем. И в резиночки играем, в пионербол, в волейбол. Летом очень хорошо играть именно на свежем воздухе, чем сидеть дома. И лучше выйти вместе с Центральной библиотекой. С работниками Центральной библиотеки весело провести время. Ну а читающая скамейка в парке проходит каждый четверг в 12 часов дня.